выбрали помощь, а не праздник. В честь 20-летнего юбилея руководство торговой площади «Фортуна» и администрация города объединились и отправили военнослужащим в зону СВО квадрокоптер. Все администрации, бизнес, ТОС, предприятия объединились, сплотились как кольчуга, стали одной неразрывной цепью. Здесь у нас нету слабого звена. И мы все вместе помогаем нашим ребятам. Передаем и продовольствие, и генераторы, и бензопилы, и оптику, и беспилотники. Все для того, чтобы наши ребята одержали победы и обязательно вернулись домой. Квадрокоптер оснащен передовыми функциями, которые позволяют работать даже в сложных условиях.